смотри, вот я сижу, выпиваю пиво. Мне просто некуда пойти. А мы тут ездим и делаем добрые дела, да? Представляешь? Да. Вот есть кандидат в депутаты Михаил. А, Ольховский? Что все лучше? Лучше надо делать. Ну что? Инфраструктура, все там вообще, просто улучшать вообще просто все вообще, понимаешь, просто. А какие у тебя принципы, вот скажи мне, пожалуйста. Во! Алкоголики, чтобы, и ну, где-то могли сидеть полиция. Так, чтобы могли они сидеть. Всем привет! Сейчас мы с нашим кандидатом в депутаты Михаилом Ольховским идем разговаривать с народом. Хотим узнать у них, что происходит, чем можно будет как-то помочь, что-то изменить, поменять. Надо было раньше протоколировать. Когда раньше? Выборы сейчас. Выборы сейчас. Да. Здорово, братуха! Это ты неожиданно. А мы тут ездим и делаем добрые дела, да? Представляешь? Молодцы. Тебе нужно чем-нибудь помочь? Вот есть кандидат в депутаты Михаил. А, Ольховский, придем. Надо сделать, чтобы его не видно было, что это Миша делает один, вот этот кусочек. Он не должен быть виден вообще на видосе. Нормальный прикол. Маленький, не знаю, мы действительно, короче, в юмористическое шоу сейчас уйдем. А какие у тебя принципы? Вот скажи мне, пожалуйста. Смотри, вот я сижу, выпиваю пиво. Мне просто некуда пойти. Мне некуда пойти. Одно место любое. Любое, хоть одно назовите. В дорогую пиццерию я не пойду в эту. Я лучше поеду в Колпино в Додо. Там дешевле, чем у нас пиццерия. Эй, чувачок, приветики. Топами за Мишаня Ольховского. Ты видел ролики в Ютубе? Видел. Твой комментарий, что это? Меня эта Женя вообще ошарашила. Что это? Твое мнение. Я не готов отвечать честное слово, Жека. Я вот просто, реально, я устал вообще на самом деле. Я сутки работал, Женя. У меня карман маленький, видно, что он не оттопырился. Еще только кандидат. Это правильно подметил. И вам до свидания, беспокойство. Это место хорошее, но облагородили бы, конечно, вообще прекрасно было бы. Алкоголики, чтобы, ну, где-то могли сидеть так, чтобы могли они сидеть. А не так вот по улице шляться, подавать повод. Слушай, ну даже... молодежи. Друзья, если кто-то из вас алкаш, пьяный, маргинал? Ну да, такое. Топите за Мишана и не придется подавать повода молодежи, это же лозунг. Топи за Мишана, алкаш, и тебе не придется давать повод молодежи. Гениально! За квартиру я плачу, как в Библии написано, кесарево кесарю, а Божье Богу. И это да. Каждый. И тогда будет вообще. И хорошо. Вообще тогда мы в раю будем жить на земле. Я не здесь, я с Колпино сама, это я еще убираться езжу. Выбрали. Она не с нашего округа. Чтобы его выбрать. Спасибо, до свидания. Женя, как делишки? Отлично. Всем привет. Всем привет. Топим за Мишана, в курсе? Да, да, ты конечно. Ты смотрел в Ютубе, брат? Слушай, я думал, если честно, этого кино снимать. Это реальное шоу в металке. Жека наш вообще лучший друг, очень популярный человек. Да, да. Ты как металлоскоп. Голосуем за своих, чтобы сделать наш поселок лучше. А что лучше? Что все лучше? Лучше надо делать. Ну что? Инфраструктура, все там вообще, просто улучшать вообще просто все вообще, понимаешь, просто... Конкретно. Жизнь в поселке. Ну а что жизнь в поселке? Что нужно? Вообще иметь? Все. Да что все? Да все. Ты волнуешься из-за камеры. Да, да, да. Я очень люблю, когда меня снимают, на самом деле, ты че? Обалдеть. Топим по-любому за Мишаню, но остальное все как бы, ну, это самое. Все, ладно, тогда. Ты здесь баллотируешься? Да, конечно. Я не видел твою фотографию в березке. Хочешь, березка моя, кстати. Хорошо. Березка твоя? Это владелец березки, ребята. Березка – это магазин. Огромный магазин. Короче, давай вот на всю эту березку твое лицо. Михаил Ольховский. Везде вот здесь понатыкаем. Сейчас позвоним Максу. Ну так по району, Кирюх, ты же по-любому в курсе. Ты, почему на стадионе? Людей, проблема так и осталась. Почему закрыт стадион? Помните, как профессор Преображенский говорил, почему парадный вход закрыт, а нужно идти в обход через черный? Это же идиотизм. Это идиотизм. То есть мы будем бесит вообще. Приходится перелезать через дырку. Еле-еле, это я еще вот схуднул. Херачит, можно говорить слово?
Нет, не надо. Нельзя. Все херачат через дырку. Зачем это? Заколбасили все. Хотя бы дырки замешаны, и дырки все останутся. Я бы на самом деле хотел бы больше площадок для бадминтона и волейбола. Бадминтон и волейбол? Да. Побольше бадминтона и волейбола. Душа болит за родной поселок. Наверное, где-то в каких-то местах болит. Понимаете? Я сейчас заплачу. Давай, выключай уже. Меня зовут Михаил Ольховский. Здравствуйте. Это мой близкий друг детства. Почему детство? Мы тусим. Но многие говорят, что повезло. Да, мне повезло с другом. И мне тоже. С братишкой. И мне тоже. Он кандидат. Он блогер.